как видите, живой после своего дня рождения на канале. Приехал уже на следующий день рождения, ребят. К подруге, к Настюхе. Ну, вы ее видели, у меня был прямой эфир с ней, видео. Ездил. Только подъехал. На улице снег метет, кошмар. Решил небольшой влог для вас снять. Посмотрите, как мы тут гуляем. О, бегает Анька. Ладно, сейчас пойду. С вас заранее, пожалуйста, пальчики вверх. И праздновать этот день рождения, кушать все, что мы хотим и желаем, да? Нет, у некоторых людей, как говорится, по сравнению, да, что что-то переживают, а мы вот собираемся и радуемся жизни. Настя, я хочу тебя поздравить с днем рождения. Я пожелаю тебе всех благословений. Конечно, ты знаешь, я очень мечтаю о том, чтобы ты познал Бога, как и я однажды. Я каждый раз молю Господа, чтобы Он коснулся вашу семью. Вот. Что, конечно же, желаю тебе во всех этих благословениях здоровья, мира и любви. Лирическое вступление. Дай Бог тебе силу во всем. Люби свою маму Марину. Сегодняшнего дня называй ее мамой. Это мое пожелание. Уже 8 тебе. Лет называет. Мама. Уже 8 лет жизни, уже пора уже адаптироваться. Да. Иметь совесть. Вот. Так я уже 8 лет называю. Ты просто не слышишь. Нет, ты, а что ты к нему переводишь? Вот именно, что ты? Без тебя. Да, да? Давайте выпьем за Настюшку. Нет, а что тебе налить? Шампанское? Давай. Мать сказал тост, но мы еще не выпили. Блять, я не тот взял. Взял сок. А надо водочки. Давайте за Анастасию. Кто еще желает? Мама, мама. Настя. Давай, давайте, девочки. Мы с вами. За меня, Тима. Да, за тебя. Давайте, папа. Папа. Чин-чин. А к нам вот-вот подходит. Вообще. Ни совести, ни стыда. Ничего лишнего. Кочегарит. На березках. Затухло. А там, блядь, вот этот весь уже сгорел. Нижний-то. О, блядь. Мастер. Класс. Ой, у нас тут снегопад херачит. Смотрите, все запорошило. Как будто на улице январь. Между прочим, 4 марта всего лишь. Ой, с Настюх, кстати, мы с Горшка вместе, кто не в курсе. И, то есть это с детского сада. У нас есть фотографии, где мы такие пупсики маленькие сидим. Знаем друг друга 100 лет. Ну и вот сейчас. До сих пор вместе дружим. Вот так вот. Дружба бывает вечная. Ну, таких не так много, кстати, с которыми мы уже, сколько лет, 25, наверное, дружим, представляете, 25 лет. В саду, в школе, и вот уже после школы 12 лет прошло. Я сегодня день рождения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
face. You try to stay strong and fake a smile until I look. Ой, гуляем. Пофоткал ребят. Поснимал видео. Не знаю, там музыка будет, конечно. Либо заменю, либо поставлю какие-нибудь, может, там авторские права уберут, не уберут. Ну, стопудов будет, короче. И у меня уже вся куртка провоняла, ребят. Огнем. Мы недавно сходили с ребятами еще, блин, тоже шашлыки жарили. Провоняло еще здесь. Видимо, теперь стопудов придется стирать. Там дискотека продолжается, пойду я хряпну. Костер жгется. Мясо. Вторая или третья партия, я уже не помню. Слышите? С днем рождения! Не печалься и не грусти, в жизни все будет хорошо, так что просто с ума сойти. Добрый слов в этот день исчез, ведь вокруг все друзья твои. Хорошо, когда в жизни есть столько радости. Мой день рождения, он самый лучший из сомнения. Отличий нету настроения, твой день рождения. Твой день рождения, остались в прошлом сожаления. Отличий нету настроения, твой день рождения. Здравствуй. Бабушку встречаем. Бабушку он встречает. Я к тебе вот сошу. Вам дверь приоткрыть? Ку-ку. Мальчик, ку-ку. Здрасте. Завод покрасьте. Бабушки. Маленький мальчик там чей-то совсем вот такой. Девочка твоя. Как всегда боится. Бабуля, куда зашла? Куда? Бабусь, дай сфотографироваться. Пойдем посмотрим. Нет, у меня нет проблем. А то вдруг я четвертый. Бабусь, давай. Вот такая я однажды пришла в бар Багира. Люди резались и стрелялись. Офигеть. Потом была тишина и гири. Ой, золотые. Баб, модно. Все херово на болотах мы живем, да? А ты летаешь. А ты летаешь. Поверь мне, перчатки. Конечно, как курнет. Летай, дочь. Пойдем со мной, полетаем. Нет, она со мной. Yeah.
друзей вокруг. В руках букеты, на, держи. Каждый хочет дать совет, но его рядом нет. Ты погасил свечи, прогадала желание. В этот вечер мы живем в свидании. В этот вечер мы подарки. Ну все, тусе подошло к концу. Мне надо видео завершить. Все, всем спасибо, ребят, за просмотр. Надеюсь, вам понравилась наша туса. Мы направляемся по направлению домой. Надеюсь, что дойдем без всяких происшествий. Вам спасибо за просмотр. С вас пальчики вверх, а не же лайки. Комментарии, подписки на канал, кто еще не подписан. Ой, такой вот мини-влог. Все, вас люблю, целую. Всем пока.